Всем привет! Прошлый ролик удалил. Там много было испорченных кадров из-за ветра. Плохо было слышно. И решил удалить. Не очень качественно получилось. И решил переснять. Вот домик, обзор домика и бункер, который мы нашли. Там железный какой-то бункер или ямка. Это что-то не знаем. Вот, прошлый ролик, который удалил, нашли вокруг этого дома. Так, получается 150 до 250, 300, 400 килограмм вот для этого вокруг дома насобирали металлолома. Вообще шикарно сдали. Сегодня тоже будем копать. Ну там попробуем еще место надо найти. Все ближе и ближе к мопеду. Если кто-то прошлые ролики не смотрел, то с металлолома коплю на мопед. Хочу купить, чтобы ездить в новую землянку строить. Потому что на машине туда особо не доехать, на велосипеде долго ехать и тяжело. На мопеде самое то было бы. Так что уже половина накоплена. Ну, думаю, тысяч за 30 возьму. Вот. Такие дела. Скоро, наверное, начнем копать новую землянку уже. Думаю, на днях уже начинать надо будет. Погода, конечно, слишком жарко. Тяжеловато копать в такую жару. По 30 градусов стоит каждый день. Посмотрим. Ладно, сейчас покажу. Обзор домика, может, интересно кому-то будет. Без хозяина дома вообще быстро рушатся. Тут такая лежанка, печечка, такие панорамные окна. Да, ну, если взяться, то можно снова все отремонтировать. Такие уже дырки в стенах. Вот. Руку можно просунуть. Такой вот домишко. Сейчас пойдемте посмотрим маленький домик там еще который. И там как раз возле него почти что бункер этот. Здесь сараечки такие есть еще. В том домике маленьком тоже жил мужичок с Веробалабани. Потом мужичок жил. Потом... О, кошка. Киска. Эти голубей свадебных там кто-то держал, жили. Ну, уже донышко выпало.
в окошко заглянем, чтобы через дверь не заходить. Здесь получше состояние. Хотя вон там тоже стена поехала. Крыша тоже все это без настила, быстро ее все жрет. И вот здесь подходим к этой ямке, бункеру. Здесь несколько пластин уже оторвали, сверху были. И вот здесь надо дальше пилить, походу. И идет такой вот в глубину, не знаю, сантиметров 50 вы потыкал. Вроде как идет в глубину еще вот эти листы железа. Здесь миллиметра 3 толщина. Здесь, ну, шестерка, наверное, семерка. Такие, и весь каркас из таких идет. Такой вот бункер нашли. Будет пилить его, наверное, как-нибудь, не знаю. Посмотрим. Ладно. Пойдем копать. Может, если что-то интересно будет, покажу. Может, баньку сегодня стопим. Сходим, попаримся. Дымище там в лесу. Говорят, там торфяники горят. Там в соседней деревне, километров 30 отсюда. Вообще горят. Дымище, дышать нечем. Да уж. Весна, она такая у нас. Кто догадался, что это такое, пишите в комментариях. Я-то знаю, что это такое. Батарейки сели на этом. Заряженные батарейки. Думал, зарядились, а они, оказывается, не зарядились. Поэтому не знаю сейчас, как поищем. У брата, может, есть какие-нибудь батарейки. Вот нашел, братишка, такой вот. Не знаем, что это такое. Пишите в комментариях. Рыхлилка какая-то. Не рыхлилка, что-то непонятно. Странно.
тебя там колопал? Что-то брякало же у тебя там? Ну, колесо тоненькое. Велосипедное, что ли? Нет. Тележное? Нет. А кто? Не знаю. Копай. Ну, ты купил, тоненько. Тракторный каток, как он. Просто посреди поля лежал. Тоже не ожидали найти. Что, пойдешь в баньку, ты скажи? Нет. Что нет-то? Паришь, нет? Сейчас дров наколол, затопил, воду натаскаешь. А я на все готовенькое. Ну да. Ты еще попаришь меня. Хоть, что, вонючкой будешь ходить? Тут-то паришься, вся грязь выходит из пор. А в ванной ты что там смыл просто то, что сверху? И все. И опять грязно ходишь. Где спички-то? Спички есть? Откуда? Банька истопится. Пойдем в баню. Помоемся. Да, Вован? Нет. Вот сейчас. Там у нас вышло 65 килограмм. Сейчас еще здесь вот заберем. Вот здесь немножко. Печку в землянку оставлю. Тут плита, вон там железная есть. Сейчас перевешиваем сколько. Тут батин металл уже. Да вон, после пожара все осталось тут. Из металлолома. Папке тоже было некуда идти, забивали. Порвал ее, пилил ее. Сколько ставишь на эту кастрюльку? Сколько ты можешь есть? Восемь килограмм тут печень, да? Так, это 8. Вот тут 34 килограмма еще. Короче, все вместе 100 килограмм сегодня. Ну, нормально. На бензин еще и заработали. Это на 2000 получилось. 2000 минус 300 рублей на бензин. 1700 пополам. Семьсот 350, 600, по 850 рублей получается. Нормально, пойдет. До обеда время, час еще. С 10 часов, да? Обеденный перерыв. Доширак запарится.
Греем косточки. О, лопота. Какие тут ванны. Какие душевые. О, вот это вот, я понимаю, помыться. О, хорошо. О. Слепота. Особенно в жаркую погоду, когда сходишь в баню. Вроде было на улице жарко, а после бани совсем даже и не жарко, оказывается. Прохладненько. Красота. Землянку, наверное, начнем строить с бани тоже. Сперва построим баню, а потом уже можно будет там и вещи оставлять, и крыша над головой какая-то никакая. И потом уже можем потихоньку начинать землянку саму строить. Баню-то быстрее построить, она небольшая будет, не знаю. По размерам еще не определился. Посмотрим. Ну вот, наверное, сперва с бани начнем. Потом уже основную землянку будем делать. Всем привет! Сегодня приехали тут на покос, собираем металл. Думали, выбито место, но нет, находки есть и неплохие. Уже соточка, наверное, есть.
может больше даже. Сейчас покажу, какие находки. Особо не снимаем. Неохота что-то сегодня особо снимать. Ну, находки порадовали, конечно. Тут вот такие плюшки. Думал, снимать-то нечего будет, но находки пошли. Трубу такую здоровенную нашли. Больше 50 килограмм. Такую запчасть не знаю, чего. 40 килограмм. Трубы всякие. Шкворни, лопаты вон. Тракторные запчасти. Троса. Там еще два троса лежат. Короче, может уже больше. Больше 100, по-любому. 150, наверное, уже подходит. Ладно, потом, если что-нибудь еще хорошее попадется, покажу. Да, хорошо покопали, копается сегодня. Металл идет, может это потому что меньше снимаю, плохая примета снимать. Но когда снимаешь, оно как назло меньше попадается. Так, вот дербаним сегодня поле. Погода шикарная, вообще тепло. Красота. Я снимаю, как ты взвешиваешь. Видно? Не очень. Видно. Эта штучка 40. Эта труба 60. Ну вот тут еще запчасти остались. Еще вот троса. Так, там 137, ну здесь 20-ка, наверное, будет. Короче, где-то 150 килограмм, примерно 160 также будет. Потом сейчас результат увидите на экране. Доброе утро. Третий день уже нашего копа. Вчера у нас вышло так на 3800, считайте, по 22 рубля. Сегодня приехали, не знаю, тут неохота далеко ехать, неподалеку, решили покопать. Береза высокая, сейчас поставлю,
наберу немного, пока есть еще. Тяга. Погодка сегодня не очень, конечно. К вечеру вообще дождик обещали. Бо, прохладно. Ну ладно, может покопаем немножко. Первая находочка. Какой-то палец, не палец это. Не, не палец, это другое. Прям из земли торчит. Даже искать не надо. А на удочке покажу. И вон там уже вижу. В болоте что-то. Посмотрим, что достанем тоже. Такая тут речка. Небольшая. Это что за иллюминатор какой-то? Капец тяжеленный. Здесь толщина стекла сантиметра два, наверное, полтора точно. Иллюминатор какой-то был из космического корабля. Да не, шучу, не знаю. А вот, видно, толщина какая была. Полтора сантиметра точно есть. Интересно, что это такое? Если кто-то знает, пишите в комментариях. Какие-то защелки. Не знаю, что такое. Да. Вот у тракторов таких окошек точно нет. Позвоните водичке, может еще что-нибудь есть. Вроде ничего нет. Та находка там, железный штырь, метр где-то с копейками, потом покажу, вытащил. Новый ключ нашли, там еще брательник нашел, ну 40, да, там? Ну да, 41-43. Здоровенный ключ. Еще там какой-то хруст безе, говорит, у него. Сейчас посмотрим, что там. Что там у тебя похрустывает? Какая аппетитненькая. Как вчера тоже труба толстая была. Тут такая же входа. Ну, толщина. Длина еще неизвестна. Ну, длина, не. Я тут как лопатку тнул. Чувствуется. Газель? Да. Желтая. Она желтее что-то. А? Нет, это не газель. Это буханка. Он походу поменял машину и перекрасил. Тоже в желтый. До туда, да, говоришь? Ну, я не знаю, конец не нашел, просто длинный посмотрел. Нифига себе. Ну что, не поддевается? Тут нифига, но, ребят, повезло.
Шорткат. Ну, нифига не понимается. Нифига себе. Нифига себе. Блин, прям рядом с дорогой. Какой металл. Конец. Точно такая же, как вчерашняя, походу. Ты давай поснимай, я попробую поднять ее. Ну, как хернюшка. Что-то на нее наварено. Надо рейс на домкрат купить. Ну, он должен снять. Сейчас мы подняли. Подняли. Блин. По диаметру у нас больше, чем вчерашний. Ну. И вся в земле. Ого, еще наварено что-то. А? Там еще вон наварено. Посередине. Это да. Портанова почему-то. Ёлочки. Красивые. Хорошо, что никто не знает, что они здесь растут. Это вырубили бы уже на Новый год. Здесь сосняк в основном. Так, какие-то залётные ёлочки. Всем зрительницам слабого пола дарим цветочки.
такая вот лопатка практически новая. Мне кажется, почистить. Ей еще можно копать и как перекопать, не перекопать. Не знаю, посмотрим. Где-то бортянник потерялся. Еще бы уметь свистеть громко. Нет, с находками. Ну вот та труба порадовала, конечно. Как обычно, повезло. Найдем одну-две находки каждый коп, которые покрывают весь все расходы. И потом больше ничего не попадается. И в этот раз тоже так же. Труба 80 кг, мне кажется, она, если не больше, выпала. И все, пока. Так, мелочь только выпадает, и все. Посмотрим, сейчас еще походим. Потом на обед надо будет съездить, наверное. А может и не поедем. Ух ты! Почти новый чайничек. Немножко прогнил. Вот раньше лакокрасочное покрытие было, да? Неубиваемое. Пойдет. Тоже там еще брякает. Опа. Здесь что-то еще брякало. Два трака. Два трака выпало. Вот, ухо загнуло, выкинули. Тут обломило. Нормально. Сейчас узнаем, сколько один трак весит. Это угадали. Раз. Так, два трака. 17 килограмм. Получается по 8,5, да, один. Ага. Соленец. Близко не буду подходить, чтобы запах не остался. Здесь вырубка. Сейчас, наверное, забираться будем домой, уже вечереет. Ну, находок что-то взвешивали. Килограмм 130, наверное. Ну вот узнаем еще, сколько эта труба весит большая. Предполагаю, что 80 килограмм примерно.
Так, по мелочи еще 40 лет. 40. А, там 50 почти что килограмм. Ладно, что, увидимся еще. Вот. За полдня сачку накапал столечко. С трех деревьев понемножку взял. Пойдет. Витаминчики. Ветер, наверное, там задувает. Вот так вот с полдня наколупали возле этого дома. Вообще неплохо. Сейчас все перевешиваем. Результаты озвучу потом. Или потом сдадим, когда узнаете. Напишу. Это особенно краники, вот эти всякие насосы порадовали. Пластины. Штыри тут. Ладно, ветер выключается. Капец. Полнёхонько машина. Везде. Спереди, сзади. Полный багажник. Короче, вышло 250 килограмм. Немного просела. В шоке машина от такого. Рекорд побит. Был 180 килограмм, сейчас 250. Да.